Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить «Как достать соседа», так начать новую игру. У нас, ага, следующий уровень. Так, подсказка: на мокрой плитке так легко подскользнуться, а ведь плитка бывает не только в ванной. А, типа я мыло могу теперь сюда перекладывать, да? Так, кто слопал пирог? Что может быть лучше яблочного пирога, думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь. Но если как следует приспичит, забудешь даже про яблочный пирог, и сосед стремглав мчится в ванную. Вуди остается только ловить момент. Должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Так, ну допустим, хорошо. Соседу мы помешаем насладиться пирогом, это не проблема. Нам надо понять только, что мы еще тут можем сделать. Кстати, в СЦД мы не можем перемещаться. Так, микроволновка. Ага, во. Вижу вот здесь вот штуки какие-то странные. Так, ну я так понимаю, крем для... Ага, вот. Подожди. Да. Это мы можем поменять, я уже понял. Пену для бритья вместо сливок, а использовать волосин. Для чего, я не понял. Опа, подожди. Ху! Куда ты так рванул сразу же, слышишь? Так, давайте сначала все соберем. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот седьмой предмет будет, да? Так, хорошо, допустим. Ага. Ага, вместо дейзика мы можем... Ага, все, понял. Вместо дейзика мы поставим волосин, чтобы больше волос выросло в подмышках. Лосьон после бритья мы, видимо, ни на что не поменяем. Ладно, тогда пошли сразу вниз. Так. Не, на суперклей мы можем поменять, правильно? Лосьон после бритья. Да, все правильно. Потом волосин меняем здесь. Туалетку меняем здесь. Маркер используем. Нет, маркер, я думаю, мы можем лучше использовать вот так, смотри. Не, сейчас она на обратном пути, чтобы он когда он шел, потому что время закончится. Блин, она в микроволновке ждет. Наверное, сначала надо было с этого начать, правильно, с пирога. Не знаю, ладно, посмотрим. Давай маркером рисуем ему. Да-да, давай. И мыло нам в кухне почему-то намекнули, надо сделать. Наверное, чтобы пока он подогревал, да? Время не кончилось. Быстро. Хорошо. Сейчас еще посмотрим на пакости. Подожди, в смысле не... А, он говорит. А, ну все. Так, у него суперклеем приклеили щеки. Хорошо, ставим так. Ну все, вроде все успели, отлично. Теперь просто наблюдаем за ним. Так, хорошо. Кажется, все-таки ошибка была. Пирог надо было первым сделать, правильно? Ну, сейчас посмотрим. Ну, то, что картину я сейчас правильно нарисовал, а то он бы уже остыл. Давай мышку уберу чуть пониже, вот так. Чтоб не мешать, понятно. Сейчас он должен будет поскользнуться, потом яйцо, а вот сбитые сливки, понимаешь, долговато как-то. Давай быстрее, 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 быстрее. Не успеешь. Хорошо успел. А торт ты куда дел? Пирог. Ну, то есть мы буквально злодеи, мы просто мешаем наслаждаться ему едой. Да. Слышь, ты что по экрану стучишь? Так, хорошо, допустим. Сейчас может просто не успеть, не успеть. Да, надо было это первым делать. Да, видишь? Он сейчас полностью остыл. Ну, все. Получается, мы 3% не получим. У нас были 97. Ну как он долго ждет, слушай. Не могу прям. Не стучи по экрану.
Да, как я и сказал, подожди, дождемся на всякий случай. Нет, 3% я не получил. Начать заново, да. Ну, кто знал, слушай, кто знал. Вот в каком тогда порядке, слушай, сразу все на кухне сделать или только пирог сначала на кухне, потому что он остынет? Не, я думаю, сначала только пирог на кухне, потому что он остынет за это время. Да, короче, я посмотришь, как я подумал, потом скажешь, так не так. Ну, точнее, мы и посмотрим как раз таки вместе, правильно я подумал или нет. Потом бежим наверх. Сейчас посмотришь, как я придумал. Так, насколько он долго идти будет? Сейчас посмотрим. Ага, сразу же. Хорошо. Быстро идем сюда. Хорошо, значит, здесь только пену для бритья ставим. Хорошо, идем сюда теперь. Нет, спуститься вниз, я думаю, мы уже не успеем. Ждем. Хотя успели бы. Но уже поздно. Так, а теперь... Бежим сюда. Нет, давай... Забыл. Ой. Ладно. Но все равно не совсем понимаю, как сделать, чтобы он успел на все разозлиться. Наверное, все-таки на кухне надо сразу все сделать. Но он остынет, пока будет пирог делать, я тебе говорю. Как пирог гореть будет. Да, я не знаю. Все, попробуем, как я придумал, но... Сомневаюсь, что это хороший прям план. Я хочу сначала пену для бритья поставить, потом, когда он сюда будет идти, там уже все поделать. И когда он на обратном пути будет, вот сюда, но он пока идет туда, либо обратно, он уже успеет остыть. Получается, мне надо два раза, что ли, картину измазать, но этого я не успею. Не знаю, сейчас посмотрим, как выйдет. Или... Нет. Сейчас посмотрим. У меня просто два варианта. Один из них выигрышный. Так, быстренько идем. Быстрее. Отлично. Хорошо. Суперклей идем вот сюда вот. На лосьон после бритья. Быстрее. Хорошо. Там, где он ест и травится, это мы видели. Очень весело. Отравление и смерть. Ржач просто. Здесь, мне кажется, маркером все-таки в последнюю надо было очередь делать, чтобы он пока отсюда шел, не потерял злость. Но он отсюда пока может идти потерять. Поэтому не знаю, что делать. В любом случае, он либо вправо, либо влево идет. Потому что он бы все равно получил злость. Не суть важно. Единственное, что разница, с какой скоростью он идет туда и с какой обратно. Да, наверное, маркером я рано поставил, да? Ну, в целом, сейчас посмотрим. Да не, маркером более чем отлично, мне кажется. Или все-таки мыло... Не. Не стучи по экрану. Я про это говорю, смотри, сейчас он пойдет обратно, и мы проценты потеряем. Ладно, если бы он пошел через верх, он бы подскользнулся, сразу же упал бы. Он не успеет просто.
Поэтому я фиг знает, вот здесь вот стоило бы. Все, он остыл. То есть все-таки маркером надо было чуть потом, да? Он еще и в другую сторону сначала пошел. Да. Не ждал, что первый же уровень будет настолько сложным. Ты прикинь, сколько мы времени уже потратили. 10 минут. О том, чтобы просто разобраться, что куда ставить. Принося. Тогда идем так. Блин, проблема в том, что он первого долго разогревает. Или мы можем реально тут просто все поставить сначала. Ладно, давай попробуем чуть по-другому. Сразу все здесь сделать. Быстрее. Суперклей. И это. Быстрее сюда. Быстрее. Керсим. Пошли. Успели. Сейчас подожди. Пускай он там сначала все делает. Попробуем опять с ванной попробовать. Начать, но там уже хрен знает, как оно пойдет. А, блин, я еще и мыло тут потратил, ой ее. Просто все через жопу пошло. Хотя не суть важно, я думаю. Блин, понимаешь, тут просто времени очень мало дается, я что-то не особо-то понимаю, как это правильно было бы сделать. Так, давай, смотри, допустим, он вот так вот всю злость потратил в ванной. Сколько у нас времени есть до того, как он дойдет до кухни? Так. Понимаешь, он лишние действия делает, и поэтому время очень быстро кончается. Вот здесь вот можно, да? Хорошо. Он очень долго греет пирог. Поэтому с ним я не знаю, что мне делать. Он еще и ходит не вот так влево-вправо, а вот обходит. Так вот. Фух, вроде успел, да? 3%, да, получить. Последнюю секунду. И вот смотри. Проблема в том, что на пирог у него тупо не остается времени. Настрём, он ждет почти всю линию. Наверное, из-за яйца. Яйцо должно быть последним, правильно? Да даже если яйцо сделаем последним, ну смотри, сколько он ждет. Значит, надо с пирога начинать. Ну и все, мы уже не успели, уже очень жестко не успели. Съемку, конечно. Вот и что делать, а? В каком порядке надо делать? Ну, первым пирог, это понятно. На него слишком много времени делать, чтобы разогреть. Сейчас подождем. Начнем с пирога, это понятное дело. Так, теперь идем сюда и думаем. Первый пирог, потом он идет и должен тут разозлиться, правильно? Вот, нет, пирог. Давай посмотрим по секундам, сколько он от пирога идет. Съел. Тут типа да-да-да-да-да. Так, и пошло время. Идет. Но это менее 10 секунд, так что нет, думаю, на обратном пути надо маркером делать. Да, это менее 10 секунд. Маркер будем ставить на обратном пути. Блин, как сложно, слушай, а? Угу. Теперь быстро ставим туалетку. Быстрее,
быстрее. Подожди, мыло. Суперклей. Блин, мыло надо было вверху потратить, на кухне. Что-то... Он пока просто дойдет до сюда, а мыло здесь лежит. Это полсекунды я потрачу, я уверен, на этом я сейчас и прогорю. Я не знаю, что мне это весь кусок, что ли, абсолютно все видео вырезать, что ли, сколько. Да ладно. Давай быстро идем. Да, отлично, мне кажется, он успевает замечательно дойти. Так хорошо, быстро. Понимаешь, это уже не какая-то веселая хера, это тупо стратежка уже какая-то начинается. Угу. Чё, я там рассчитывал 4-3 уровня за раз проходить, правильно? За одну запись, да-да? Угу, пройдем мы. Тут видел, почти до нуля опустилось. Да ну не, мы новую порцию злости получим здесь, так что до яйца он точно успеет дойти. Я вот не обратил внимания, до этого, если мы нигде не накосячили, то отлично, сейчас все пойдет. Не, я думаю, все, сейчас стопудово должно быть идеально. Слушай, знаешь, что я думаю? Вот эта вот дверь, скорее всего, в подвал, а вот эта вот на чердак. Но только у него его нет. Вот в чем провальный план. Может, откроется там в будущем, не знаю. Знаешь, что я думаю? Вот это, скорее всего, очень сильно постаревший Ватсон. Видишь одежду? Или Шерлок Холмс, не суть важно. Давай, быстрее, быстрее. Вот тут он бы уже... Подскользнулся, но и так. Получилось, видел, просто на нуле линия была. Но мы успели. Отлично, конечно, отлично. Ладно, давай следующая подсказка. С помощью пакости можно вынудить соседа мчаться туда, куда нам надо. Ну да, это понял. Типа отравить, чтобы он побежал. Угу. Шумный сосед. Наш сосед ярый футбольный болельщик. За исключением тех случаев, когда мяч попадает в его окно. А ему всего-то хотелось немного расслабиться, поиграть в пианино. После таких переживаний, лишь бы любимая фиалка Сьюзи может успокоить его нервы своим ароматом. Но Вуди вновь выходит на сцену. Так, мяч по-любому будет, скорее всего, какой-то прикол с шаром для боулинга. Типа, кинут мяч, он должен будет его пнуть, либо закинуть в окно вот сюда вот. И он скинет на чью-то машину. Я сказал мяч для боулинга, и он скинет на чью-то машину. Так, отмеряем примерно время, сколько он играет. Ага, вот закинули мяч. 8 пакостей, многовато как-то. С туалеткой, с мылом, допустим, понятно все. Да, он скинул на детей. Ничего, раз, два, три, четыре. Ну, здесь что-то вонючее, вонючий сыр, типа, да? Ну, телефон можно взять для чего-то. Телевизор запутать нельзя. Да, здесь будет что-то вонючее, наверное, сыр. Так, туалетку мы сразу делаем. От сыра он блеванет, сюда побежит. Хорошо, допустим. Берем в холодильнике, там, наверное, яйцо и сыр будет, да? Ой-ой-ой-ой-ой, это жестко было. Надо телефон посмотреть, что там. Правда, я думал, типа, телефон используем, чтобы позвонить сюда. С помощью мобильного телефона можно отвлечь соседа. Здорово. От чего и куда? До сюда, наверное. Маркер, чтобы зарисовать ее, это я понял. Так, сыр, яйцо, хорошо, давай делаем так. Хорошо, мыло делаем так. Хорошо, сейчас берем, кладем.
Бежим вниз, срочно. Бежим, делаем так, быстрее. Делаем так. О, маркеры у нас не забрали почему-то. Так, подскользнулся, хорошо упал. Я не посчитал, сколько пакостей мы сделали. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть всего. Я же сказал, пнет. Так, это чтобы он побыстрее пошел. Не за мечом, а вниз. Это типа розыгрыша. Дальше он увидит вот это вот. Ну и сколько было уже? 3, 4, 5, 6, 7. 7. А где восьмое? Так, хорошо. Он пойдет назад к мечу или сюда? А, ну вот еще испортить можно. Все. Дошло. Почему у нас? Твою мать, он пошел обратно. Неожиданно было. А, он пнул мяч, я сейчас должен скинуть, еще что-то произойдет, правильно? Это не считалось за розыгрыш, да? Блин. А я не знал, что если позвонить соседу, то это так и выйдет, что он вернется обратно. Но зато мы поняли, что как делается правильно. Сейчас пройдем, я думаю, с первого раза. Последовательно, зато мы правильно сделали. Вспомнить бы теперь ее. Дальше. Угу. Но это, я думаю, в самом конце стоит сделать, потому что они дольше всего. Быстрее, 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 быстрее. И телефон позвоним, когда он пойдет цветы зажать, правильно? Нюхать, точнее. Так, яйцо ставим сразу сюда. Так, давай мыло. Сыр. Ой, мяч, мяч, мяч. Быстро бежим. Отлично, отлично, рисуем. Блин, туалетку надо было сразу же делать. Ладно, пока он пока на все наткнется, я думаю, мы успеем прекрасно. Хорошо подскользнулся. Блин, а он там делает слишком долго с детьми это. Скидывает мячом. Он может просто не успеть вниз пойти. Так, ты давай не драматизируй, а быстрее скидывай мяч. Смотри, время пошло. Сколько у нас всего злость длится? О, пока полная держится. Ага. 24 секунды началось. Ага. 24 секунды. Смотри, буквально секунд 10, по-моему. Да блин, он уже успел. Какого хрена? Твою мать. Ну это вряд ли прокатит, правильно? Сейчас посмотрим, я думаю, нет. С телефоном косяк. Наверное, после того, как он увидит и разозлится с картиной, надо было уже сюда идти. Либо мяч последним оставить, но с нотами, я думаю, он долго будет. Давай посмотрим, сколько он на ноты время потратит, потому что, возможно, я зря их сделал последним. Возможно, надо было последний мяч делать. Нет, да нот он долго добирается. Вообще стоило ноты даже первыми делать, да? Сейчас всем заново, да. Так, а какую тогда последовательность сделать? Ноты. После чего? Яйцо. Допустим, мыло, мяч, потом идет сюда, смотрит картину, потом звоню, потом нюхает, блюет.
Тогда жестко торопиться как надо. Давай берем так. Берем фломастер. Быстрее. Давай мыло. Быстрее. У нас как раз таки время будет. Сейчас все это сделать. Яйцо где? Ага. Сейчас тогда еще мяч докинем туда. Если опять нет, то я тогда фиг знает как. Твою мать, он, по-моему, уже... А, это было первое. Все, я думал, он уже остыл. Быстрее. Так, быстро. Рисуем. Угу. Хорошо. Блин, я опять туалетку забыл сразу же туда поставить. Хорошо. И заходим наверх. После того, как мяч скидывает и доходит до сюда, он же успевает вроде, правильно? Хотя мы позвоним даже чуть раньше. Потому что он может не успеть просто дойти до картины. После того, как скинет, будет сюда спускаться, мы позвоним ему. Он хоть бы быстрее шел, слушай. Я думал, он хотя бы бежать будет, как когда меня видит. Блять, он успокаивается, когда... Нет, все-таки правильно. Звонок надо оставить после того, как он картину видит. С картины он быстрее злится. Ай-яй. Ладно, давай еще разочек. Берем так. Так, туалетку надо не забыть сразу же поставить. Сюда идем быстрее. Ставим так. Быстро бежим сюда. По времени мы жестко ограничены. Давай, быстрее. Давай. Маркер. Да блин, нажимайся ты с первого раза, а? Ладно. Пока он все это делает, мы хотя бы успеваем это все, я надеюсь. Повернуть. Быстрее, бери. И все сразу сюда кладем. Быстрее. Сначала он идет к картине, не будем больше рисковать так. Так, отлично. Надеюсь, сейчас идеально все успеем. Сюда иди. Ой, мать, какой а-а. Ой, дурак. А, да? Прокатило. Ты тоже охренел? Ты ожидал этого? Я нет. Нифига себе, вот это повезло, ты видел? Он фактически с нами уже в одной комнате находился, но при... Ладно, я думаю, ты... Подожди, первая комба, второй, да. Все, пока нормально. Чё сказал? А, я думаю... Ладно, не суть важно. Чё, в целом посмотрим, что происходит. Угу. Хорошо, скидывай. Аккуратно. Давай быстрее идти. И звонить я буду после того, как картину увидит. Это я уже все запомнил. Потому что картину он вроде должен быстрее отреагировать, правильно? Ты не стучи, ты. Да, видишь? Ты давай не тупи, у тебя телефон звонит. Да, я думаю, теперь я все идеально сделал. Угу. Если ты не понял, он говорит в телефон, и в телефоне же то же самое слышит, хотя телефон так не работает. У него не два телефона, вот этот вот и настольный одновременно в руке. Все. Не сказать, что это легко было, конечно. Угу.
Бомба просто. Ну, первый уровень, конечно, заставил попотеть. Ага. Не знаю, сейчас сделать, не сделать. 9 пакостей, да ну, мы заколебем все. Точно, сейчас не успеем, на этом все. Все ссылки в описании, напиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующую серию. На этом все, скоро увидимся.